Всем привет! Сегодня сделаем обзор на Kinder Surprise. Он с мятиной, конечно. Вообще удивительно, яйцо, а внутри еще одно яйцо, да? А дети не знают, они так откроют, ха, и подавятся. Вот это, конечно, непорядок. Так, теперь посмотрим. Более 80 игрушек в серии написано. И все так помято. И даже непонятно, кто это производит. Есть казахский язык, есть русский язык, вижу. И даже чуть-чуть на английском. Ладно, производителя не узнаю. Посмотрим, как они открываются. Вот. Это что такое? Кто-то, наверное, таким горячим прутом так делал. Видимо, издевались над яйцом. Теперь расчленяем на две части. Вот так вот. И вначале достаем игрушку, самое важное. Так, что же это такое? Так, куда это ставится? О, это турбо ежа-слоник, наверное, я даже не знаю. Или это хиппи-слон, или лысый еж. В общем, что-то такое. Так, надо посмотреть в инструкции, что это такое. Неизвестно. Есть вот такие штучки, которые ставятся... Ладно, это очень сложно, это только для детей. Но, как я понимаю, это вот так вот как-то делается подиум. И он там не стоит. Ладно, сейчас самое важное. Обзор на шоколадочку. Попробуем. Настоящая шоколадка. Но с какао. В общем, дам шоколадке 9 баллов из 10. Был бы я ребенком, я бы это ел бы каждый день. По 4 штуки. Ладно, все. Всем спасибо, всем пока.